У нас дома крыска живет, ей около 2 лет. И вы знаете, все было прекрасно, живая, понимающая. Вот. И вдруг она падает у нас на левый бок, на левый, и ползает, она не ходит. И не то, что перестала кушать, аппетит у нее пропал, водичку она не пьет. Она вот живет более-менее только у моей внучки на руках, потому что внучка ее за пазухой и на шее, мама ее. Вот. И мы уже решили, что она у нас погибнет. Тут чего-то я утром встаю, говорю: Сов, а ты, говорю, сама садись на мат. И ее, говорю, ложи, пусть она полежит. Потому что, ну сколько вот показывали, что и цветы вон как расцветают. Вот керамики, да? И я уехала, уехала я на работу, приезжаю, а приезжаю я после обеда. Она и говорит: бабушка, ты знаешь, я ее на этот, на матрас положила. Она говорит: полежала, полежала и поползла. У нас сейчас крыска ожила. Вот. Вот это да. Вот она и правда свозила ее в ветлечебницу. Ей выписали, у нее отит, ей выписали в ушко капельки и какие-то от воспалительного процесса. То есть вот когда вы на матрас ее положили, она показала, что она не умирает, что нет, у нее там она есть жизнь, вы понимаете? Просто какая-то болезнь есть. Да. Матрас дал ей энергии, да? На теплый положили. На теплый, да. А сколько, какая температура была? 36 где-то. Ну, 36 это нормально, да. Вот. Да? И при мне вчера вот она ее положила, говорит: обрати внимание, лежит у нее, лежит вот так вот, не движется. Она ее на матрас положила. Она зашевелилась, зашевелилась и поползла. О, на матрасе она, да, она прям с удовольствием. Вот это вот да.